что происходило с нами в 2019 году. На что мы надеялись, чего боялись, чего ждали. Что у нас получилось, а где мы ошибались и как не повторить этих ошибок. С вами канал «Крым. Критичное мышление». Не переключайтесь. Декабрь 18-го. Главное настроение – чувство страха. Непопулярный президент, который давно отказался от реформ ради контроля и который запугивает избирателей, разделяя их на правильных и неправильных. Его соперники тоже не вызывают энтузиазма. Старое политическое поколение, старые неправильные взгляды на мир, старое неверие в Украину и украинцев. Робкая надежда на чудо. Грубо говоря, ты меня спросил: Айварас, расскажи мне про какой-то маловероятный, но такой классный сценарий. Я тебе рассказываю. Мы видим рейтинги политиков. Все там рассказывают, что возможно... Ну, кстати говоря, они очень низкие. Да. Все рассказывают, что возможно там Петр Порошенко уговаривает как-то, чтобы сам Слава Вакарчук и вообще новые лица там не баллотировались, возможно, поддержали бы его против Юли там и так дальше. Так вот, маловероятный, но классный сценарий с, возможно, позитивными последствиями для Украины, где Петр Порошенко в новогоднюю ночь, там, или вскоре после этого, решает, что у него рейтинг очень низкий, что страна идет в неправильном направлении, и говорит: я устал. Складываю я свои устал, я ухожу. Полномочия, я считаю, что страну вывести из дыры может только новый человек, новое лицо, которому есть высокий уровень доверия, у него есть команда, и этот человек, грубо говоря, Святослав Вакарчук, и все, пожалуйста, любите, поддерживайте его, и мы все сделаем все возможное, чтобы он со своей командой взял президентство, вошел бы в парламент, взял бы 70% как в Армении, и мы через несколько лет не даст ему совершить ошибки, жили бы в другой стране. Ошибки. Вот такой вот фантастический сценарий. Черный лебедь прилетел оттуда, откуда не ждали. Добрый вечер, друзья. Совсем скоро мы встретим Новый год и продолжим вечерний квартал. А пока у меня есть небольшой перерыв, я решил с вами поговорить откровенно. Как Владимир Зеленский. Зараз в Україні така ситуація, коли у кожного українця є три шляхи. Перший шлях – жити, як живеш, плисти за течією. І це нормально, це вибір кожного. Другий шлях – зібрати свої речі і поїхати в іншу країну. Заробляти там гроші, надсилати своїм близьким та рідним. І це теж нормально. Але іще третій шлях – спробувати самому щось змінити в Україні. І я для себе обрав саме його. Мене давно усі запитують, ідеш, не ідеш. Знаєте, на відміну від наших великих політиків, я не хотів вам марно обіцяти. І зараз, за декілька хвилин до Нового року, я вам дещо пообіцяю і одразу виконаю. Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України. І одразу виконую. Я іду в президенти України. Давайте зробимо це разом. З Новим роком. С новым слугою народу. У одного самый колоссальный ресурс – это действующий президент. Да. Поэтому у него как бы много шансов войти во второй тур. Но, к сожалению, вот для президента во втором туре у него большие проблемы. Потому что проверка разных пар показывает, что там различие довольно большое. Он мало у кого может выиграть. Рабочий слоган этого канала – канал для взрослых. Я задумывал его как место для спокойных, вдумчивых бесед с теми, кому есть что сказать. Без криков, без истерики, без провокаций, без всего того, что показывают по нашему зомбоящику. Меня за это часто критикуют, говорят: Володя, ты динозавр. Отвечаю: я не динозавр. Я просто понимаю, что
Нельзя притворяться тем, кем ты не являешься. Я не экономист, не политик, не телезвезда. Я просто много думаю, много знаю и уже 20 лет пристаю к людям с вопросами. Как журналист, как редактор. А во-вторых, не надо гнаться за модой. Если хочешь успеха в Ютубе, не надо делать, как делают все в Ютубе. Отличайся или умри. Оказалось, впрочем, что даже спокойный диалог способен порождать скандалы. Вокруг интервью профессора Паниотто возник микроскандал. Интеллигенция, сплотившаяся вокруг Петра Порошенко, устроила Паниотто головомойку. Микро, потому что это интервью посмотрело сравнительно мало зрителей. Ну и давай напоследок анекдот, который из твоего запаса мы так и не расстреляли. Логически есть анекдот очень хороший. Я его очень смешной? Люблю. Смешной? Я думаю, очень смешной. Ну, мне так кажется. Ну давай попробуем. Я могу ошибаться. Логический анекдот такой. В Ирландии молодой ирландец приходит в свой паб, который, как мы все знаем, у каждого ирландца за углом от дома. И у бармена заказывает три маленьких рюмки виски по 50 граммов. И каждый вечер так происходит. И бармен однажды его спрашивает, а почему ты заказываешь три по 50, вместо того, чтобы заказать одну, но 150? Он говорит, ну знаешь, мы три сына в одной семье выросли, и нас жизнь раскидала по разным странам. Один живет там где-то в Азии, другой в Америке, вот я в Ирландии. И мы, каждый из нас братьев, каждый вечер мы договорились, ходим в свой локальный паб и, значит, заказываем по три, по 50, чтобы вот почувствовать, что мы вместе. Прекрасно. И однажды он приходит и заказывает две по 50. И бармен говорит, что-то случилось с одним из братьев? Для меня ничего не случилось, просто я пить бросил. Я родом из бизнес-журналистики. Я был редактором-основателем украинского Forbes и продолжаю считать, что бизнес, малый, средний, крупный, это средоточие здравого смысла в нашем постсоветском дурдоме. Но канал «Крым» — это медиа общего интереса. Я разговариваю с интересными людьми из самых разных сфер жизни. Искусство, медиа, экономика, политика, бизнес. Я считаю, что если чему-то эти люди могут научить меня, то наверняка это полезно и для зрителей. Я посмотрела с интересом, с большим, позвоните Ди Каприо. Не смотрели еще? Это вот один из последних. Смотрела и ругалась на себя, на наше украинское производство. Ну, у нас сериалов хороших, качественных нету вообще, в принципе. То есть, поэтому возвращаться особо на телевидение так и не хочется. И, не знаю, позвоните Ди Каприо, сериал про артиста, который болен ВИЧем и который всех заражает. Мне кажется, это достаточно провокационно для телевидения, достаточно важно и хорошо, что вот он возник, от него невозможно оторваться, да. Я, конечно, мечтаю, что когда-нибудь мне хватит сил, и я спродюсирую какую-то вот тоже серьезную такую историю, может быть, не очень длинную, да, там 8 серий, которая чуть-чуть сдвинет там производство украинского телесериала. Политическая борьба обострялась. Внимание всех было приковано к взлету Зеленского и борьбе Петра Порошенко со своим антирейтингом. Армия, мова, вера. Что я вот вообще говорить о наших как бы людях, которые власти, мне всегда раздражала мелочность. Вот неверие в собственную страну. Причем на словах-то они верят. Ну, вера це завжди у всех присутствует. Надо верить в Украину, там, верить в наше майбутнє. А на самом деле они не верят. Они не верят, они мелочные. Их интересуют только собственные интересы, их интересуют, ну, они очень алчные. Порошенко, в твоем понимании, коррупционер? Мне кажется, человек, которому, он в первую очередь человек, который держится за власть. И для него власть – это в том числе и возможность распределять финансовые ресурсы. Это просто способ быть у власти. Если говорить, например, о Зеленском, мне сложно давать оценки. А опасения? Опасения пшик. То есть, когда, опять же, столько людей сейчас, на данный момент, ему поверили, вот то, что я говорил там о Ющенко, о Порошенко, ну, то есть, если он придет и просто сдуется и ляжет под элиты, тогда это еще одна надежда следующая, убитая. Следующая.
сказал заведующий. В феврале я полетел в Брюссель, чтобы поговорить в годовщину высылки с Михаилом Саакашвили, которого считаю одним из самых интересных современных политиков. Вы не могли повторить путь Ли Куан Ю? Нет, ну Сингапур даже сегодня бы не смог стать Сингапуром. 70-е годы максимум это возможно. Как в эпоху интернета это невозможно. Раз. Во-вторых, там эта модель основана на миграции, основана на новой этничности. Ну как, каким образом в Грузии создавать новую этничность, даже если захотеть? Грузия многотысячная, у нас на много тысяч лет мы уставшая страна, уставший народ, в хорошем или плохом смысле. Ну какой там Сингапур получается? Сингапурцы сказали, мы не китайцы, мы вообще другие, у нас другой язык, английский, вот. Мы вообще заведем всех, и вообще все будут братьями, и нам сингапурцы будет там, тех сингапурцев старых там, 20%, а все остальные будут другими. Но это невозможно и нежелательно в Грузии. Хорошо, и второй тур Порошенко-Зеленский? Как это может выглядеть? Если будет Порошенко-Зеленский? Я думаю, что люди в любом случае во втором туре не будут голосовать за Порошенко, кто бы ни был вторым. Кроме там Бойко, но Бойко не будет. Я всегда ищу ярких людей. Последнее интервью зимы с айтишником Давидом Арахамией. Как оказалось, он способен на большее. Я общаюсь в основном с молодежью. И молодежь, она, ну, как бы, природно, во-первых, у нее есть природный уровень запаса оптимизма, да, а второе, они деятельные, они предпочитают что-то делать, а не смотреть, почему у них не получится сделать, да, и у них делают, и у них получается. Ты же посмотри, за последние 3-4 года просто бум вот такого крафтового предпринимательства. Люди открывают там барбершопы, какие-то там маленькие производства, отправляют это все на экспорт, торгуют на американских площадках. Вот у нас в нашем Sales Hero есть Яна, она из Днепропетровска, она сделала, запатентовала такую специальную форму ювелирных коробочек и продает их на американском аукционе Etsy. Все их там ювелиры Америки покупают их, она отсюда их отправляет, делает. Вот когда ты видишь истории таких, я их вижу сотнями. Как ты можешь не верить в страну? Ты следишь за президентской кампанией? Вообще не слежу. Честно говоря, ты знаешь, вот я слежу за кандидатами какими-то там смотрю и понимаю, что, наверное, особых изменений не будет. Я думаю, что даже на это время тратить не буду. Я понимаю, что нет сильных кандидатов, таких, которые способны большинство электората убедить, как лидеры, что они готовы быть лидерами нового поколения. То есть есть диджитальный Зеленский, ну, который, да, очень диджитальный с точки зрения. Мне интересно на него смотреть с точки зрения маркетолога. Очень хорошо все сделано, как хороший такой спродюсированный проект. Вот. Но украинский потребитель, он же непростой потребитель. Ему будет нравиться смотреть шоу до финального момента, а потом он возьмет и выключит телевизор. Любой проект – это не только то, что сделано, но и то, что сделано не было и не будет сделано уже никогда. В самом начале я составил длинный список тех, с кем хотел бы поговорить. Был в нем и харьковский писатель Леонид Ушкалов. Я называю его харьковским Борхесом. Удивительное владение словом, высочайшая эрудиция, феноменальная по нашим постсоветским меркам продуктивность. Ушкалов излучал свет. 25 февраля он умер. Уже после его смерти киевское издательство «Дух и литера» выпустила его биографию Михаила Драгоманова. Обязательно прочитайте. «Большой человек о другом большом человеке». Леонид Ушкалов. «Черевнисть энергии» Михаила Драгоманов. Обязательно прочитайте. С приближением весны страх и депрессия стали отступать. Первое интервью с кандидатом в президенты на этом канале Сергей Кривонос, создатель сил специальных операций. Як військовий, я вважаю, що ми могли чітко протистояти і зробити так, щоб не зайшли вони в Крим. Достатньо було з одного боку просто, і якщо все правильно працювало і своєчасно. Я вже не пам'ятаю, хто це сказав, але хтось з нових лідерів, що там на момент втечі, після втечі Януковича, у розпорядженні командування було дуже мало таких боєздатних частин, які були готові дійсно воювати. Ви цю оцінку поділяєте, що майже не було боєздатних частин? Ні, не поділяю, тому що існували частини, які змогли б чітко і правильно виконати свій військовий обов'язок. Це і високомобільні десантні війська, і частини спецпризначення, і певні окремі батальйони, і механізовані бригади, які б змогли це зробити.
Які у вас претензії до існуючого президента? Я розумію, що моє висування в президенти для багатьох було фурором. Особливо, що стосується моїх військових начальників. Там окрему нараду навіть збирали по повному в генеральному штабі. Як же ж я посмів іти кандидатом в президенти? Мабуть, вони не читали в своєму житті Конституцію і закон про вибори президента, де чітко прописано. Кожен громадянин має право обирати і бути обраним. Чому? Тому що, як кажуть, світа править короля. При всьому позитиві те, що зробив Порошенко для створення сил спеціальних операцій, велика йому за це шана і повага, але між тим, та світа ж його оточує, дуже часто дискредитує своїми діями. К сожалению, Кривонос розміняв свою політичну кар'єру на пост в уходящей власті. Президент Порошенко всеми силами стремился погасить скандал вокруг Укроборонпрома и Гладковского. Он вызвал Кривоноса на ночную встречу, после чего кандидат на сутки исчез из поля зрения своего штаба. Так Кривонос стал заместителем главы РНБО, Совета национальной безопасности и обороны. Яке прикре самогубство. Доводиться рубати шашкою тоді, коли ти бачиш, що воно виходить за межу. Ребята, на світло, по-іншому не буде. Систему створюють люди. Зараз в вашому оточенні є люди, які розумніші за вас? Насправді, бути першою особою, і це не принципово де. Президент, керівник крупної корпорації, чи, не знаю, каналу, як ви. От людина, яка береться за перше крісло, за відповідальність, в моєму розумінні повинна мати три складові. Ви сказали тільки одну. Перше. Це власне стратегічне бачення розвитку своєї сфери. Якщо ти його не маєш, ключове слово власне, то ніякі помічники тобі його не сформують. Вони можуть прорахувати нюанси. Якщо ти не бачиш ключових пріоритетів, для чого ти туди йдеш, то краще не йти. Без толку. Друге – це люди. Right people in right positions. Тобто ключових людей поставити на ключові пости. Це не означає, що всіх нових. Швидко оцінив кадровий потенціал. Хтось залишився, хтось по вертикалі до гори донизу, хтось по горизонталі. І де треба свіжу кров для того, щоб реалізували саме твоє стратегічне бачення, а не чиєсь. Інакше буде саботаж. От на ключових позиціях. Решта стануть строї. І третє, може найперше, задати систему цінностей і витримати її. Що ви думаєте про Зеленського? Ви ж зустрічались, мали розмову. Має почуття гумору. Креативний. Це все? Креативний, має почуття гумору. Я думаю, що він над собою працює. Наш канал став для мене доволі точним соціологічним інструментом. Судіть самі. Інтерв'ю з Анатолієм Гриценко. От сили 50 тисяч просмотрів. Андрій Садовий. 20 тисяч от сили. І от я говорю зі спікером штабу Зеленського Дмитрієм Разумковим. Нічого собі. Казалось би, лаконічні, обтекаємі відповіді. Человек, которого еще пару месяцев назад никто не знал. А третье по количеству просмотров интервью за всю историю канала. Поди ж ты. Люди начинают о чем-то догадываться. Представим, что Зеленский стал президентом. Да. Его действия в первую неделю, вторую неделю, третью неделю. Да, мы знаем, что будет делать Тимошенко. Мы знаем, что будет делать Гриценко. Ты не знаешь, что будет делать ни Тимошенко, ни Гриценко. Нет, они это рассказывают. Да. Они это рассказывают. Да. Вот какая у вас картина первые 100 дней президента Зеленского? Первые 100 дней президента Зеленского будут явно непростыми, потому что у нас нет серьезной поддержки в парламенте, по крайней мере, на сегодня. Но и будут те законопроекты, которые как президент Зеленский сможет подать в первую очередь. Это закон о народовладии, который сегодня уже пишется. Это пакетные изменения в Конституцию о снятии неприкосновенности со всех, вместе с законом об импичменте, вместе с законом о отзыве депутата как Верховной Рады, так и местных советов. Зеленский будет во втором туре? Да. С кем? Не знаю, не принципиально. Кто для вас более опасный соперник? Фальсификация. Послушаем другого соратника Зеленского. Руслана Рябошапа. Останнє питання. Майбутнє п'ятого президента Петра Порошенка
на вашу думку, це він залишиться в політичній опозиції, чи це, можливо, буде за прикладом Південної Кореї або Бразилії людина, яка притягнута до відповідальності? Знаєте, я думаю, що наступні 5 років навряд чи Петро Олексійович буде мати час на політичну діяльність, оскільки більшість свого часу він спілкувається все-таки із детективами, прокурорами і суддями. Тут я маю зробити коментар. Політика цього каналу – розмовляти з гостем тою мовою, яка йому зручна. І ви знаєте, якщо людина говорить речі, які цікаві, якщо вона говорить про те, що дійсно турбує людей, буде дуже багато переглядів. І це не залежить від того, якою мовою це інтерв'ю взяти. Підтвердження – розмова з Рябошапкою отримала 400 тисяч переглядів. З Кривоносом – майже 200 тисяч. У нас є якесь таке, можна сказати, не критикую, діагнозую, є якесь таке майже голівудівське очікування геппі-енду. Що все буде добре, як сповів Карчук. Раз все буде добре, це можна знати майже автоматично. От. Це таке самозаспокоєння. Почекаємо, і це станеться. Не станеться нічого, як ми будемо чекати. Бо цього не має бути. Має бути оце, що ми говоримо зараз. Ми просто повторюємо це саме різними словами. От, має бути це конфронтація, боротьба, знаєте, появи нових груп, які мають певні візії, стратегії, які не конечно збігаються, а в випадку навіть більшості більшості спільної думки. Це за 20 років це стане банальністю. Це страшні проблеми нашої країни. І бідний той чоловік, який получит вот сейчас. Я думаю, что Зеленский вообще будет лечиться у психотерапевтов скоро. Если найдется психотерапевт, который сможет ему помочь. Который за это возьмется. Не психиатр, да, а психотерапевт. Историчный момент! Историчный момент! Мы все-таки на одной сцене. Пане Порошенко, у меня питання попросил задать громадяни Украины в интернете. Так ось. Как так получилось, что Украина практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю? Якби ви знали, в якому стані я прийняв державу в 2014 році? Я вам кажу, зараз я просто людина, Петро Олексійович. Ви забрали, і ці люди, вони забрали найголовніше в нас – 5 років. Ми з вами спільно продовжимо наш рух вперед, бо ми знаємо, що, і ми знаємо, як робити. Зеленський становиться президентом. Моментально рождаються два мема. 73% против 25%. При этом, конечно, первые 73 не совсем нормальные с точки зрения тех, кто голосовал за Петра Порошенко. И второй мем – дякуємо. Он и Порошенко – это антиподы, потому что Порошенко, он, если бы он сидел, он бы сейчас тебе грузил сверху свое видение, ты бы ему что-то в ответ говорил, он бы просто тебя игнорировал, делал бы вид, что ему это интересно, а дальше бы тебя прогружал. А Зеленский наоборот. Вот он сидит в кругу таких же равных, как он, и вырабатывает свое решение. По сути дела, это функция лидерства, которой не хватало никогда Порошенко. Если мы будем ждать мессию, который придет на украинскую землю, спустится с небес и проведет все реформы одним взмахом руки, то этого никогда не произойдет. Тоже, точно так же, например, если мы будем ждать, что придет новое поколение, вот знаешь, есть такое ошибочное мнение, что вот нужно произвести смену поколений, вот сейчас будет смена поколений в политике, вот все демократы, демократические силы должны объединиться, все там вот партии, с которыми связывали надежды, у которых маленький рейтинг, но если они объединятся, они пойдут вперед, они победят. Будущее уже наступило. Имя у этого будущего – Владимир Зеленский. Нет больше этого окна возможностей, оно уже настало. Урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди складання присяги українському народові новообраним президентом України оголошую відкритим. Це не моя, це наша спільна перемога. І це наш спільний шанс, за який ми несемо спільну відповідальність. Я звертаюсь до всіх українців у світі. Нас 65 мільйонів. Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже, ми нічого не зможемо зробити. Це неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління.
Конец весны, лето. Время ожиданий, предвкушений, новых надежд. Пока в политике затишье, у нас на канале второй сезон. Разбираемся с фундаментальными вопросами нашей жизни. Например, с вопросом, когда развалится Россия. Всех в Украине очень интересует, когда же, наконец, российская экономика развалится под бременем западных санкций и там... И не очень... И чего-нибудь еще. Да, чего-нибудь еще. Вот скажи, пожалуйста, когда развалится Россия? Никогда. Вот, Володя, очень короткий ответ на этот вопрос. Я его, на самом деле, даю последние года 3, а может быть и 4, что российская экономика гораздо более прочная, чем это кажется. Я очень часто использую образ болота. Да, вот болото, можно к нему по-разному относиться. Оно может там цвести, оно может засушливым быть, да, там могут быть коряги, там могут быть цветущие растения, цветы и так далее. Но в принципе с ним ничего не происходит. Основа российской экономики – это экспорт сырья. Добыча и экспорт сырья. Соответственно, вот очень грубо, примерно 30% российского ВВП, может быть даже чуть больше, это добыча сырья, его транспортировка и финансовые операции, связанные с обслуживанием этого сектора. Вот 30%. Соответственно, Россия произвела сырье, вывезла, на порученные доллары закупила импорт, везла, распространила. Плюс есть сельское хозяйство, есть пищевая промышленность, есть оборонная промышленность, финансируемая из бюджета, то есть фактически из накопленных финансовых резервов. Собственно говоря, вот на вся экономика. А что здесь должно, что здесь может рухнуть, пока есть спрос на сырье? Что будет с экономикой и экономической политикой? Вот как это выглядело в мае. Советник Зеленского Олег Устенко. Очень легко оказаться, что называется, в теплой ванне. Да, побултыхаться, а потом, ну, в принципе, неплохо на банковой. Тебя там хвалят, ты сам уверен в себе. Как не оказаться в теплой ванне? Как минимизировать, отразить первую угрозу? Общение. Если не будет общения за кругом вот этих приближенных, близких, которых еще называют gatekeepers, да, вот gatekeepers, они закрыли ворота и все, и ты не имеешь к ним доступа. Рынок, роль рынка, развитие конкуренции, демонополизация. Он понимает, что есть сложности со стимулированием экономики монетарными и фискальными методами. Он понимает, что единственный шанс для экономики вырасти – это попытаться привлечь инвестиции в страну. Он понимает, что инвестиции не придут просто под то, что наш президент такой известный актер в прошлом, а сейчас бы ничего вдруг решил не делать. Нет, он собирается делать. Он понимает, что есть три основные проблемы. Он понимает, что есть проблема, связанная с защитой прав собственности. Он понимает, что есть проблема, связанная с некачественной судебной системой, фактически не существующей как таковой, работающей просто по телефонному праву. И он понимает, что все это активно работает с коррупционной смазкой. И у него есть нулевая толерантность коррупции, реально нулевая толерантность коррупции. А вот что думает бизнесмен Игорь Мазепа, переживший со своей инвесткомпанией уже 4 президентов. А сейчас, в ситуации, когда рынок даже в разы больше, чем тогда, ну там в 2 раза в частности, ну вот они просто бегут из-за коррупции, потому что пришел какой-то сраный вонючий инспектор, попросил взятку за то, чтобы продлить там лицензию на карьер. Ну, ему вежливо отказали, говорят, что мы вообще по-немецки разговариваем и вообще не понимаем, о чем... Ферштейн-нихт. Ферштейн-нихт, да. Ну, вот. Ну, нихт так нихт. Ну, все, развернулся, ушел. Компания не получила продление этой лицензии. И вместо того, чтобы зарабатывать 15 миллионов евро и беды в год, они теряют 15 миллионов евро и беды в год. Ну, ты спроси у людей, хотите вы изменить? Конечно, мы хотим. Все тунеядцы, все тебе скажут, еще с флагами выйдут, речевку, руку на сердце, гимн споют, речевку скажут в вышиванке. Конечно, мы хотим изменений. Вот он предложил, давайте менять вместе со мной, давайте сами меняйтесь. Да нахер оно никому не надо, как, ну, по факту вышло так, что никому эти изменения не надо. Поэтому, Володя, это и есть часть ответа на тот вопрос, почему вот такая вот система, и когда вот наконец-то бизнес отцепится от этой власти, и когда наконец-то власть отцепится от этого бизнеса, с таким подходом никогда. Какие ожидания были у сторонников радикальных реформ? Какой эффект и как быстро можно получить по Укрзалезнице, например? По железке эффект можно получить, ну, как я уже сказал, в год воруется напрямую порядка миллиарда долларов. Воруется — это когда закупается дорого? Закупки типа ремонта не производятся, топливо,
особенно когда не было... Сколько человек вот в этом бизнесе? 10-15? На каждой из тем находятся свои группировки, они время от времени меняются. Например, были братья-депутаты там, на определенной тематике. Потом их вытеснили. Братья Дубневича, да? Ну, вам виднее. Я очень хорошо помню свои беседы с Живаго, и с Коломойским, когда я защищал интересы Украины, они не могли в это поверить. То есть это вообще уникальная ситуация, когда люди не верят в то, что ты защищаешь интересы Украины. Нет такого субъекта, к сожалению, в управлении государством, как человек, защищающий интересы Украины. Украины нет. За этим столом нет Украины. То есть есть большой стол, за которым сидят олигархи, которые делят активы государственные. Представителей государства за этим столом нет, к сожалению. Реформа как велосипед. Просто нельзя останавливаться, а то сразу упадешь. Критически разбираемся с демографией. Украинцы – стареющая нация, легких на подъем людей. Украинцы – мобильна нация. Тому за інших рідних умов українці поїдуть, але не лишаться тут. От приклад, скажімо, Польща. Польща, вони лідери Східної Європи по темпам економічного розвитку, по рівню життя там, і так далі, і так далі. По деяких речах з ними конкурує, безумовно, там Швеція, або Чехія або Словаччина. Але загалом то Польща лідер. А звідки більше всього мігрантів? Ми вже говорили, з Польщі. Best case scenario, найоптимістичніший сценарій, коли Україна починає наздоганяти сусідні країни, зростаючи там 7-8-9% на рік. Що це може означати з точки зору демографічної ситуації? Це означає, бути? Що до нас поїде населення з бідніших країн. До речі, воно до нас все одно поїде. Розбираємося з неудачами постсовєтських стран. Ответ на вопрос, не навернется ли вот современная политическая и экономическая и социальная система Запада в связи с технологическими изменениями, этот вопрос открыт. Открыт. И никто вам сейчас на него не ответит, даже Сергей Гуриев. Ну, примерно понятно, в какую сторону надо двигаться. Нужно сделать так, что дети шахтера, который потерял работу, получат здравоохранение, образование, возможность жить, где они хотят. Шахтеры на Западе уже все давно потеряли работу. Сейчас вот речь именно. Идет о сотрудниках банков. Вот именно, да, юристах. Юристах, да, журналистах. Журналистах, да. Главных экономистов. Главных экономистов. В каждой организации останется хотя бы один главный экономист. Сейчас вы можете сказать, что в Грузии реформы, мягко говоря, замедляются. Но, тем не менее, по уровню и качество госуправления, и конкурентоспособности, и встроенности в глобальную экономику был достигнут такой большой прогресс, что Грузия остается чемпионом в этом регионе. Украина – это страна, в которой есть по-прежнему огромные вызовы и с точки зрения качества институтов, коррупции, конкурентоспособности и так далее и тому подобное. Но я могу сказать следующее, что технократическая элита, которая не может разговаривать с народом, безусловно, не поддерживается народом и не может провести в жизнь реформы, которые требуют политического капитала. Политический капитал не берется из расчетов, формул или таблиц. Политический капитал берется из того, что вас поддерживают избиратели. И для того, чтобы разговаривать с избирателями, недостаточно быть хорошим эконометристом. Разбираемся с энергетической независимостью Украины. Это стратегическая ошибка в целеполагании, когда была поставлена планка, априори достижимое при исключительно счастливом стечении обстоятельств. Когда все тебе подыгрывают, тебе выдают новые лицензии, у тебя высокая успешность бурения, у тебя все работает как часы. Слишком много позитивных факторов в основе, чтобы это стало правдой. Что, собственно говоря, и произошло. Все рассчитывают на то, что нам точно повезет. А нефтегазодобыча, особенно поиск и разведка, это статистическая игра. Вероятность бурения успешных скважин в Украине, в зависимости от ситуации, она от 10 до 50%. Там, если мы возьмем шельф, это 25%. Это не значит, что если ты пробуришь 10 скважин, 25% из них будут обязательно успешны. Не так это работает. Но в общем и целом, когда мы смотрим там, на региональную статистику, она вот такая. К этому надо быть готовым. Это венчурный бизнес, и нужно быть готовым и к убыткам, и к неудачам. Программа 2020, коли Укргазвидобування пообіцяло всім на третину збільшить видобуток природного газу в Україні до 2020 року. Так, ми зараз вже бачимо, що це не вдалося зробити. Ось це помилка, чи це збіг обставин якийсь? В цьому питанні є як певні прорахування на питанні початкового планування,
Так само і об'єктивні фактори, які дуже сильно обмежували можливість робити, реалізовувати цю програму в нас як в групи, чи в Укрзалізниці як члена групи НАК «Нафтогаз України». Ну, ви ж знали і в 15-му році, які інституційні умови, які в нас обласні ради, як можна чесно, ставити? Чесно, в 15-му році я такого не очікував. Я не очікував в 15-му році, що мені в обличчя можуть сказати фразу: вам тут поставили шлагбаум, вам треба в Москву, в Київ обратно їхати, в спортклуб. Хто це? Це говорили представники Полтавської облради. Мене прямо відсилали до відомого місця в Києві, де мені потрібно було обговорювати цю проблему. П'ятий елемент? Да, п'ятий елемент. Тебе дуже нахвалював не так давно Ігор Коломойський. В чому причина того, що його ставлення до тебе потеплішало? Чому він це зробив, важко коментувати. Я в нього, чесно кажучи, не питав. Але Ігор Валерійович дуже сильний гравець. І якщо він щось робить, це, як правило, має багато варіантів розвитку подій. В той момент часу він активно розглядав декілька стратегій, наскільки мені відомо, своєї поведінки. Можливо, це наслідок однієї з них. Але точно сказати я не можу, тому що я просто не знаю. Виясняємо, як впіхнуть державу в смартфон. Если мы говорим, как держава в смартфоне, например, есть прекрасное приложение «Суд на долоне», где можно посмотреть, какие судебные решения выносили, кому, на каких, скажем, условиях, с кем этот человек связан по бизнесу. Ну, а ты вообще считаешь, когда-нибудь все-таки мир сбалансируется или он так и останется мужским миром? Там, несмотря на все мету и прочие истории. Ну, есть же где-то и женский мир, который тоже прекрасен. Просто, если мы говорим про лидерство и политику, а может, как бы, мужчинам тоже... Может, это нормально, что как бы есть какой-то мир, где есть у мужчины амбиции больше, есть какой-то мир, где есть у женщин амбиции больше. И почему Зеленскому нужно не бояться рисковать? Вот смотри, я считаю, что в Украине есть проблема. За все годы независимости Украина не создала ни одного, ну, не смогли родить ни одного проекта мирового уровня, да? Ну, понятно, Нафтогаз. В России там есть, нет, ну, я имею в виду в области интернета, да? Ну, там в России есть там Яндекс, ВКонтакте, Mail.ru, да? Ну, это, в принципе, проекты мирового уровня. У нас не получилось. Ты говоришь о радикальной фискальной реформе. Да, то есть без этого ничего не будет. Не будет. Я тут полностью согласен, просто можно обсуждать последовательность и все остальные аспекты. У меня есть еще один важный аргумент, который редко сейчас применяется. Смотри, случилась же штука под названием блокчейн. Многие люди недооценивают силу этого явления. То есть как сейчас выглядит фискальная система, вообще любая, любой страны. Да? У нас есть некоторый массив банковских транзакций, и мы обрабатываем этот массив по каким-то алгоритмам и получаем, кто сколько должен получить налогов. Смотри, ну, до начала 20 века не существовало развитых безналичных платежей. И не существовало массива банковских транзакций. Каким образом собирались налоги предыдущие 4000 лет? Значит, как-то это происходило? Да, визуально, да? В основном. Нет, не визуально. Налогооблагались факты окружающего мира. Ну, я говорю, визуально. Да, то есть печные окна, трубы, да, окна, шапки. Уходить от транзакционных налогов, которые связаны с движением денег, к налогам, которые связаны с владением чем-то. То есть ты владеешь землей – налоги, ты владеешь зданием – налоги, ты потребляешь электроэнергию – налоги, вода – налоги. От второго сезона у меня осталось два незакрытых гештальта. Я пообещал, но так и не сделал, два интервью с Алексеем Гончаруком и Юлией Мостовой. Хочешь рассмешить Бога? Напиши о своих планах в социальных сетях. Мы твердо договорились с Гончаруком об интервью, уже после того, как он стал заместителем главы Офиса Президента. И зрители успели засыпать Алексея вопросами. Мы договорились о встрече в 7 утра в сквере у театра Ивана Франка. В 4 утра Алексей написал мне в мессенджер, что «Извини, Володя, только что закончились рабочие совещания, давай в другой раз». Алексей
славится на все правительство своим трудоголизмом. Ничего, мы вернем этот долг зрителям в следующем сезоне. Начало сентября. Зрители канала «Крым» в привилегированном положении. На канале вышли интервью уже почти со всеми ключевыми сторонниками президента Зеленского. Глава Совета национальной безопасности и обороны Данилюк готова. Глава Укроборонпрома Абрамовичус сделана. Глава крупнейшей в парламенте фракции Арахамия, смотрите на канале. Спикер парламента Разумков там же. Генпрокурор Рябошапка, ну, ссылочку дать. И, кстати, премьер-министр Алексей Гончарук. Да, вы не ослышались. Интервью с ним вышло в прямом эфире на следующий день после победы Зеленского во втором туре. Тогда позиция Гончарука была далека от безоговорочной поддержки нового президента. Вот самые любопытные фрагменты. Порошенко уже объявил, что остается в политике, уходит в оппозицию. Зеленский, как бы, ну, как мы понимаем, мы ждем от него каких-то шагов по ускорению реформ. Вот для вас, кто из них может быть партнером, Порошенко или Зеленский? Смотри, я не хочу, чтобы это выглядело как уход от ответа, но честный ответ заключается в следующем. Мы не понимаем, кто такой Зеленский. Если ты мне объяснишь сейчас, кто такой Зеленский, я тебе скажу, как я к нему отношусь. Но люди все равно смотрят в свой карман. Надо, чтобы это как-то связывалось с экономическими реформами. Люди ощущали, что те наворованные деньги, которые вернулись в бюджет, они пошли на пользу там, инфраструктуре, новым больницам, новым школам каким-то там, не знаю, или прогрессу новому, или созданию какого-то климата, или инфраструктуры и так далее. Алексей, вот мы на самом деле услышали сейчас от Давида такую, на самом деле, концепцию блицкрига против коррупции. Да? Блицкрига даже не против коррупции, против старого политического класса. Да, вот вы что... Среди людей, которые важны, что вы думаете про такой крэкдаун? Или вы готовы жить вместе со старым политическим классом? Во-первых, я совершенно согласен, что нам нужны решительные, серьезные, очень конкретные действия, направленные на то, чтобы создать в Украине реально действующий инструмент необратимости наказания. То есть это абсолютно точно необходимо. То есть это базовая вообще история, если мы хотим говорить вообще о справедливости какой-то, и если Зеленскому хочется хотя бы там сохранить, я уже не говорю, а приумножить тот рейтинг, тот уровень поддержки, который есть, у него альтернативы нет. То есть ему придется все-таки работать на вот этом антикоррупционном поле. Есть целый ряд мифов, которые тоже надо учитывать. Я не считаю, что Украина самая зарегулированная страна в Европе. Это, мягко говоря, не так. У нас там, по целому ряду направлений ситуация уже там, значительно лучше, чем 5 лет назад. Более того, я считаю, что я лично благодарил Порошенко, значит, в том числе в Фейсбуке, за те 5 лет, которые были. И при этом я, конечно же, согласен с Давидом о том, что все эти бесчинства, которые только что были перечислены, это, там, скажем, значительно перевешивает те позитивные вещи, которые были сделаны. 7 сентября происходит обмен военнопленных. В Украину возвращаются Сенцов, Сущенко, моряки, захваченные в Азовском проливе. Всего 35 человек. Наших в Борисполе встречает Владимир Зеленский. Их во Внуково пропагандист Дмитрий Киселев. Возможно, это самая яркая точка первого года президентства Зеленского. Итак, все расселись по местам. Новый парламент, новый премьер, новый генпрокурор. Одно из интервью тех дней я посвятил, как тогда казалось, остро актуальной проблеме. Как Украине справиться с экономическим бумом?
Действительно ли мы вступаем в новую эру, в эру, когда вдруг начинает получаться даже там, где мы привыкли, что никогда ничего не выходит? Инвестиционный бум — это как? Это хорошая гипотеза? Ты ее разделяешь? Я ее не разделяю в целом пока, потому что пока нету твердых подтверждений этому. Наверное, это нужно разбить на два этапа. То есть есть ожидание, есть факт. Фактов какого-то серьезного инвестиционного бума пока, за исключением через спекулятивных инвестиций в украинские ценные бумаги, долговые ценные бумаги, пока не происходит, и мы их пока не видим. Но изменение в воздухе, вот того, что называется sentiment по-английски, да, то есть ожидание и ощущение. Настроение. Оно произошло однозначно. Ты похвалил Гончарука, но у нас же есть еще другой policymaker, да. Игорь Валерьевич Коломойский. Да? Да. То есть ты читал его интервью в «Цензоре»? Ну, слушай, он очень много дает интервью. Не, ну вот в «Цензоре», я считаю, самое ценное интервью, это последнее, как бы... Которое из двух частей длинное. Да, из двух частей, там человек говорит простые вещи. Все стратегические предприятия обратно национализируют, начиная с Криворожстали. И, в общем, будем этим управлять. Да? То есть ты вообще считаешь, кто больше сейчас влияет на политику, Гончарук или Коломойский? У меня есть ощущение того, я хочу верить, то есть, что это действительно так и происходит, что вектор влияния переходит не к Гончаруку, но переходит от Коломойского к Зеленскому, который становится все более и более независимым и, соответственно, там все больше и больше определяет собственную политику, не оглядываясь на других внешних. А за сколько можно продать администрацию президента? Ну вот как кусок недвижимости. Я тебе скажу, что точно можно выйти в ноль. Если правильно построить конструкцию, да, можно выйти в ноль. Ну вот давай с одной части уравнения, да, типа сколько может стоить такая недвижимость в самом классном месте? Надо посмотреть, потому что там очень большая площадь вокруг. Что это может быть? Они говорят про музей, может это Four Seasons или может это еще что-то? Я бы делал какой-то Four Seasons, это было бы очень классно. Я бы делал Four Seasons / какое-то общественное пространство. То есть Кличко — это потерянные годы для Киева? Это такие годы серой стабильности, я бы так назвал это. Он хороший парень, он старался, но он уверен вообще не коммунальчик, не управленец. Я бы его использовал, если тебе интересно мое мнение, я бы его использовал как таран, как лицо, как бренд. Под него бы натягивал инвесторов и дальше обеспечивал офигенную, эффективную конструкцию внутри города. Виталий Кличко, вот новое кадровое предложение. Подумайте, брендом каких проектов вы хотите выступать. Да, с четкими проговоренными KPI, чтобы он понимал, во имя чего это все происходит. А так как он, к сожалению, прикрывает серость, жлобство и марнотратство, это расстраивает, потому что очень крутой человек, очень крутой бренд, всемирно известный. Вот только становится как-то тревожно. Я участвовал здесь в большой конференции, на которой участвовало довольно много участников и со стороны новой украинской власти, и со стороны тех, кого можно было бы назвать друзьями Украины, безотносительно к власти. Люди обратили внимание на то, что ни выступление президента, ни выступление премьера, ни выступление ни одного из представителей новой власти не прозвучали такие слова: Европа, Запад, НАТО. Это просто нет. А правильно ли я тебя понял, что ты считаешь вероятность полномасштабного вторжения России в Украину фактически очень низкой и несущественной? Это моя позиция изменилась, потому что в 2014 году у меня было другое представление, потому что не было и полной информации, не было представления о том, как организуется, проводится действительно стратегическая операция. Сейчас такая информация есть, можем точно сказать, нет нежелания, желание, может быть, оно есть, нет физической возможности, нет технической возможности, нет достаточных вооруженных сил, недостаточных ресурсов военных для того, чтобы провести полномасштабную операцию по захвату Украины. Их нет. «Слуга народа» в своей предвыборной программе обещал много всего разного и, в частности, законодательно закрепить не ухудшение налоговых условий работы индивидуальных предпринимателей. И что происходит? В парламент вносятся и в турборежиме принимаются законы, которые фактически уничтожают упрощенную систему налогообложения и параллельно
ухудшают условия ведения бизнеса для средних и крупных компаний. Кнопкодавство, говорите? Тут налицо прямой, открытый, циничный обман избирателей. Малий і середній бізнес був практично весь проти попередньої влади. Чому? Тому що приймались рішення незрозумілі для людей. Підприємцям доводилось відстоювати ту чи іншу позицію постійно. І да, люди казали, ні, ми так не хочемо, давайте по-іншому. Ну, тобто люди розглядали стару владу як злочинну владу? Да, люди розглядали попередню владу як ту, яка їм заважала працювати. Сьогодні жодних декларацій, заяв про те, що відбувається податкова реформа, нема. Ну, все. Просто звичайна робота. Вони засвоїли урок 2010 року. Звичайна робота. Ну, ти ж сказав, проведи аналогію, як роботу. Це якраз і цікаво. Жодних заяв про реформу немає. Жодних узгоджень, погоджень, заяв, там, дайте свої пропозиції. От є багато громадських об'єднань в підприємницькому середовищі, дайте хтось. Принаймні, публічно цього немає. Є інформація про те, що деякі громадські об'єднання співпрацюють з депутатами, але це не є відкрита позиція. При Азарові, при Яресько, я зараз говорю про міністрів фінансів, пропонували платникам єдиного податку касові апарати за рахунок або платежів майбутніх до держави, або взагалі за рахунок держави, там за визначеною схемою. Вони пропонували і казали, що от для того, щоб держава бачила ваш облік, ми вам даємо ці касові апарати, тому що ми розуміємо, що ви маленькі, для вас це додаткове навантаження. Сьогодні про це не йдеться. Определенні цілі, які за кулісами, ми їх не бачимо. От всього от цього процесу зараз наїздами на ФОП, на кешбек, тому що будь-яка аналітика показує, що ті питання, які вони хочуть вирішити, анонсуються, да, там, типу, боротьба з контрабандою, ну, достатньо матеріалу, який говорить, що це не пройде. Есть фунты, есть юрлица, которые штампуют документы, исчезают, есть невозврат валютной выручки элементарный. Просто, ну, то есть в правом поле Украины это не проблема придумать документ, фирма просто бросается и все. Дедлайн, когда Зеленский сказал, я жду от вас, почему они быстро так начали топить с рынком земли, потому что самый простой способ поднять ВВП притоком денег за землю. Уже, я так понимаю, где-то миллиард евро уже разместили евробонды, три агрохолдинга под подкупку земли. Уже в Украину заходит миллиард. То есть, соответственно, это самый легкий способ. Если этого всего быстро не произойдет, то, я думаю, весной уже будут задаваться вопросы. И если взять, скажем так, выступление Зеленского в парламенте во время инаугурации, он сказал, что я даю вам год, да, парламент, для того, чтобы произошли качественные изменения. Министр финансов Оксана Маркарова пока не откликнулась на предложение дать интервью нашему каналу. Как, кстати, и министр экономического развития Тимофей Милованов. Надеюсь, пока. Вот, кстати, что говорил еще весной один из его предшественников Павло Шеремета. Який один чи два сигнали для тебе можуть бути з боку нової влади, нового президента, що дійсно це новий шанс, а не повторення того, що ми знов будемо цим колом ходити. Ось, що б ти порадив таке зробити дуже радикальне чи дуже змістовне, щоб відразу показати, що все, ми дійсно починаємо жити по-новому? Це пов'язується з питанням, на яке ми не мали часу, але добре, що я його пов'яжу. Питання, що можна повчитися Україні, зокрема в Південно-Східній Азії? Ось, тому що відповідь мені співпадає. От я думав, в чому глибинна відмінність? І мені здається, що глибинна відмінність, крім правосуддя, це велика частина, добре? І ставлення до бізнесу. У всіх інших, особливо некомуністичних країнах, які не мали цього щастя комуністичного, бізнес – це те, що створює економіку, це те, що створює ВВП, валовий внутрішній продукт, це те, що створює робочі місця. І тому підприємці, які створюють бізнес, які роблять оці всі речі, є герої. Серцевина прориву – це рішення мільйонів підприємців кожного ранку вставати. Немає значення, як ти впав в попередній день. Вставати і творити далі. Творити продукти, творити послуги, творити робочі місця, робити, доганяти, конкурувати, перемагати. Для мене було б сигналом, я цим завершую, коли президент і всі члени уряду
говорять, це для нас є центральна річ. Ми це будемо оберігати в першу чергу. Між іншим, тут є ще один момент. Ми будемо боротися з тими підприємствами, які ввійшли в монополію. Тому що, між іншим, це природня річ. Ось, підприємства можуть і хочуть війти в монополію. І це не є їхня справа ділитися і створювати конкуренцію. Тобто ми, уряд буде казати, ми будемо для того, щоб забезпечити інновації, для того, щоб забезпечити всі ці прекрасні речі, бо монополія, між іншим, не створює багато робочих місць. Ось, це створюється в результаті конкуренції. Ми будемо берегти конкуренцію, ось, антимонопольне законодавство і там, і інші речі. От коли я це почую, власне кажучи, там навіть воно все піде вперед. Бізнес зайняв вичекувальну позицію. Інвестиційний бум відкладається. Люди просто пока не понимают, куда ведет страну правительство Зеленского. Или Игоря Коломойского. А когда это презентует здоровую, правильную идею с предохранителями, с хорошими механизмами президента в начале своего срока, когда он самый популярный, то хорошо, и тогда имеет эта реформа шанс быть успешно внедрена. И она успеет дать результат в виде большего роста экономики, роста зарплат, пенсий, еще до окончания его срока. Поэтому все эти радикальные реформы надо делать сейчас, до конца этого года. И хорошо, что у Зеленского есть вот эта поддержка. Если он, конечно, эту поддержку использует для узурпирования власти, и эту власть будет использовать как там Лукашенко или Орбан, да, для ограничения там свобод населения, бизнеса, для зарабатывания денег себе в кармане, для своих ближайших, да, создания там каких-то приближенных к власти олигархов, то это, конечно, было бы очень негативно. Свобода это очень важно для того, чтобы себя чувствовать как бы комфортно сам собой. То сейчас, да, тоже как бы получаем какие-то сигналы, что там кто-то из власти обижается, но власти, вот там Зеленскому, там, в администрации президента Богдана и так дальше, и в правительстве, им надо понять, что если будут они на нашу как бы конструктивную критику, да, и фидбэк реагировать так же, как и Порошенко и Янукович, то они наступят на те же грабли, на некоторые они уже наступили, но пока так слегка. И не заметят, и врежутся в стенку на очень высокой скорости. Иван Верстюк, журнал НВ. Ваш уряд, уряд «Слуги народу», вашей политической силы, оголосив, что будут изменены правила, за которыми працює ледь не половина украинской экономики. Йдеться про ФОПів, фізичних осіб-підприємців. Вся креативна індустрія, з якої ви вийшли, вона працює як ФОПи. Не вся. Ну, практично. І всі приходять. Чому це робиться? Поясніть вашу позицію. Що чекає айтішників, рекламщиків, маркетологів, всі ці галузі, які звикли бути в статусі ФОПів? Дякую. Дивіться, дякую вам за питання. Ви ж знаєте історію з ФОПами в цілому? Ви ж теж ФОП? Ні. Ви не ФОП? Ні, я не ФОП. А як ви працюєте? До речі, я давно хотів запитати, а звідки гроші у вашій компанії НВ? Західні? НВ належить інвестиційній компанії Dragon Capital, яка є і Томаш Фіала, яка є гравцем на фінансовому ринку. Він громадянин України. Він громадянин Чехії. Так. Тобто я маю на увазі, що українські засоби масової інформації фінансуються іноземними компаніями. Я правильно зараз розумію? Dragon Capital – це українська компанія. Ну, у вас бенефіціар, кінечний бенефіціар, пан Фіала, який є громадянином Чехії. Але весь бізнес в нього на території України. Ну, ви маєте на увазі всі ті активи після того, як пан Янукович збіжав, які купувала компанія Dragon Capital. Я правильно розумію? До чого? Я вам поясню, що вона... До чого Янукович? Ну, це окремі історії. Я завжди говорив, що некомпетентність – не проблема. Любая. Я іноді попадав в ситуацію, коли я приходив куди-то, компетенції не було. Важно понимать свой уровень некомпетентности. Вот если ты понимаешь, что я некомпетентен, ты начинаешь это компенсировать. Как компенсируешь? Только одним способом. Ты начинаешь звать людей, у которых есть компетенция. Это сложный процесс. Часто к тебе могут прийти люди, которые демонстрируют компетенции, но на самом деле ими не обладают. И вот это вот чутье руководителя, когда к тебе приходит не человек, который максимально создает тебе комфорт,
Вот, знаешь, у меня выработался из своего управленческого опыта такую вещь. Скорее всего, наиболее компетентный человек будет страшно неудобен тебе. Потому что как только человек, который рассказывает, что у него есть компетенция, создает тебе теплую ванну и начинает демонстрировать свою лояльность, то, скорее всего, потом ты этой компетенции не обнаружишь. А компетентные люди, они говорят тебе правду, она неприятна, и они под тебя не ложатся, как говорится. Вот смотри, вот этого и единственную компетенцию, которую ты должен приобрести, это компетенция в наборе команды и в поиске компетентных людей. Вот смотри, у Зеленского тоже в это нету. Первое, я не просто заметил то, что он не переехал с Банковой, а значит нет политической воли и возможности воплощать свои идеи. Второе, он сразу стал формировать команду по принципам, которые неприемлемы. Потому что этих принципов у него два. Первое, в его команду стали заходить друзья и знакомые. Потому что ему хотелось комфорта. Ну, как мы формируем? Этого знаю. Да? Но он так и предупреждал, что мне нужно пожить с человеком, прежде чем я его куда-то могу. Так извини меня, не бери того человека. Но как можно назначить своего друга главой СБУ? Ты должен набрать человека, у которого есть достаточный опыт для этого. Даже если, да, поживешь, потом сменишь, если окажется что-то не так. Ротация всегда важный элемент. Пока в Раде монобольшинство в турборежиме принимает законы и генерирует скандалы, на горизонте сгущаются две тучи. Первое – это возможное возвращение Приватбанка бывшим владельцам. Оно означает разрыв отношений с Западом. Решающий суд назначен на 19 декабря. Правительство, как мы понимаем, крайне заинтересовано в том, чтобы до конца года получить соглашение с МВФ. Игорь Коломойский в этом заинтересован значительно меньше, потому что цена вопроса – это как минимум невозвращение ему Приватбанка. Вот твой прогноз – будет соглашение с МВФ до конца года? Пересилит слон кита? Володь, не знаю. 50 на 50, вот правда. Я уже сказал, да, что объективно там, Украина может прожить без кредита МВФ. И без кредита МВФ Украина может расти со скоростью мировой экономики там, 3-3,5% в год. Это вот как бы складывается в такую антибизнесовую, антипредпринимательскую политику. Фу. Ну, конечно, такое, такое сильное заявление. Да. Скажем так, один раз случайность, два раза совпадение, три раза закономерность. Ну, мы можем, да? Я думаю, если задумаемся, перечислить деньги. Вот смотри, просто с учетом того, что все это случилось реально за 50 дней, да, и если предположить, что с такой же скоростью это будет двигаться дальше, то да, конечно. Не знаю, там с Арселором встретились и сказали, слушай, вот, ну, типа, прости, виноваты, да, там найти того, кто, там, поручить Баканову, да, как директор, начальник, как СБУ, провести расследование, вообще, кто послал туда СБУ, причем есть СБУ. Он, да, же и послал. Значит, Петровское управление. Значит, президент Зеленский должен дать по рукам, да, начальнику СБУ и сказать, что парень, чтобы больше я тебя ни на одно... Вообще, закрой свои экономические подразделения. У тебя служба безопасности. Вот и занимайся безопасностью. А от экономики уйди. Украина и Россия согласовали встречу в Париже. Нормандский формат. Владимир Зеленский летит в Париж, чтобы вместе с президентом Макроном и германским канцлером Ангелой Меркель встретиться с Путиным. Вопрос номер один. На чьей стороне будут играть европейские политики? В воздухе пахнет формулой Штайнмайера. Но все четко понимают, что это российская формула. Имя германского политика здесь скорее для галочки. Формула такова. Сначала выборы на оккупированных территориях, потом начало длинного, бесконечного процесса передачи Украине контроля за границей. Владимир Александрович, какая формула Штайнмайера? Какие выборы на территориях, где ни право, ни собственность, ни жизнь человека ничем не защищены. Встреча в Париже 9 декабря. Зеленский готов искать мир любой ценой. Пока он демонстрирует фатальное влечение к встрече с Путиным, фатальное, как для меня, необъяснимое фактически, надежду уговорить его, убедить его в том, что мир лучше, чем война, а Путин не хочет мира. Не входит в задачу. У него другая геополитическая задача. И с этими писательскими, как я сейчас, рассуждениями, ты в его геополитическую матрицу просто не встроишь. Отдельные оптимисты продолжают сохранять хорошую мину при ухудшающейся игре. Сейчас в стране правят
кинопродакшн, да, это твоя любимая идея, что недооценивается кинопродакшн. Вот как, на твой взгляд, у Зеленского получится быть не только хорошим актером, но и хорошим президентом? Получится. Почему? Потому что есть то, что мы полагаем, а Бог располагает. После зимы всегда приходит весна. Даже если снег лежит до мая месяца, ну, так работает. После зимы всегда приходит весна. После Януковича приходит Порошенко. После Порошенко приходит Зеленский. После Зеленского придет еще какой-нибудь Пупкин. Вот. И будет хорошо. Я считаю, что мы прошли как бы, ну, вот катастрофическую часть. Нас не догонят. Опытный политик Михаил Саакашвили тоже считает, что рано опускать руки. Зеленский хороший. А Зеленский понимает, чего хочет украинский народ? Я думаю, что Зеленский, у команды Зеленского вот это ощущение, что они хотели бы что-то сделать хорошее. Мне кажется, что он, может быть, они так не до конца формулируют, что они хотят хорошее, то, что они хорошее хотят сделать раз, и то, что они хотят восстаться в истории, у меня тоже такое ощущение положительное. Сейчас посмотрим в ближайшем месяце, формулируется ли это как четкую идеологию, там, направление, принципы и так далее. А реалисты говорят, все надежды на быстрые победы напрасны. Впереди десятилетия тяжелой, муторной, неблагодарной работы. Украине нужна новая национальная идея. Поки що в суспільстві, на жаль, не запанували ці тези, які завдяки Лютерові почали панувати спочатку в протестантському світі і стали панівними в успішних країнах Європи. Ну, нагадаю, що з усіх європейських країн по добробуту на першому місці колишні протестантські країни, колишні, бо там і відхід найбільше від релігії, потім колишні католицькі країни, потім колишні православні країни. Варто було б замислитись, чому Вебер це краще 100 разів зробив, аніж я. Тобто він досліджував німців, католиків і німців-протестантів і дивився, що етика праці і етика самообмеження допомогла їм досягати, зокрема, і більшого успіху, і економічного так само. Я не хочу на своєму горбу більше приводити людей, за яких мені буде соромно, які будуть впроваджувати зовсім інші цінності. Говорити моїми словами, але впроваджувати зовсім інші цінності. В декабрі Україна входить на нервах. Продовжує укріплятися гривня. Експортери вже взвили. Їх виручка существенно упала, а розходи залишились в лучшому випадку незмінними. Продовжується скандальна атака на Національний банк України зі всіх сторон. Правоохоронні органи, депутати із правящей партии, которые входят в так называемую группу Коломойского. Ну и застрял многообещающий, давно обещанный закон о рынке земли. Смутное светлое пятно – кадровая политика. Во власть пришло много нормальных людей. Главный вопрос – смогут ли они сдвинуть этот камень с мертвой точки без яркого, ясного, четкого лидерства. Это мой кабинет, до речи, да. Якщо... А что тут было? А тут хтось сидів, от мені принесли два варіанти, щоб ти вибрав. Стародубцев? Ну, я перше сказав, що точно без по-батькові. Точно без по-батькові. Ага. Це, ну, точно не оце. Мені не вистачає, щоб воно було... Можливо, просто Стародубцев, що там? Мені нужен якийсь прикол. Да? І в мене просто меседж для всіх бізнесменів цієї країни, що... А, само не зробиться, і Б, якщо ми не захопимо цей плацдарм і не зробимо цю західну модель менеджменту в державній службі сьогодні, то рано чи пізно оця радянська модель менеджменту захопить все. Радянська чи пострадянська? І та вони прекрасні. Тому, ну, деталі. Да? Тобто ми розуміємо, що в нас буде. В нас тобто буде... ви вияснили, що твій зараз головний ворог – це існуюча культура, якою просякнута вся українська держслужба. Точно. Так, вікно на реформи, мені здається, що зараз там суперсприятливе, тому що, ну, реально з хорошою швидкістю працює і Кабмін, який достатньо швидко приймає постанови. І ти ж розумієш, що, ну, всі ці лозунги, вони в кінці кінців сходяться к якомусь... пайплайну якихось задач. Да? Тобі потрібно прийняти якісь нормативні документи, тобі потрібно запустити якісь електронні системи. Економічна політика викликає багато питань. Чим далі, тим більше.
Рада приняла нормальный бюджет. Плюс. Но много других законодательных изменений и, главное, сигналов сверху – минус. Правительство почему-то решило сделать своим приоритетом борьбу с теневой экономикой. Звучит неплохо. Но что такое теневая экономика? Это самая разнообразная экономическая деятельность, которую невозможно вести открыто при нынешнем уровне развития украинского государства. Повторюсь, самого экономически несвободного и самого коррумпированного в Европе. Правительство машет кнутом. Оно запугивает, хотя должно было бы ободрять. Мы это проходили десятки раз. Это не работает. Какие, на твой взгляд, ключевые идеи и действия могут нас вытащить на траекторию экономического роста? Я предлагаю подход, который так условно называется «киевский торт». Киевский торт – это, значит, системный подход к децентрализации системы принятия решений. Киевский торт ты 5 лет назад тоже предлагал? Нет, вот не было. Тогда у меня такой красивый формат. Надо было тогда предлагать, вот потому я, что, видишь, научился брендировать Порошенко. Другое, да. Не, ну сейчас просто это антибренд, это же Порошенко. Не, ну я же не говорю, киевский торт – это же не Порошенко, а вообще как сюжет, выходящий за рамки одного Порошенко. Хорошо. А главное… Подход – это системность, это определение приоритетов, это качество, это исполнение, и главное, вот, чтобы уходить от метафор, целый ряд инновационных подходов. Первое, что вообще нет в украинском дискурсе, это монетарная политика. Почему-то Нацбанк оставили за кадром. Еще как есть. Ну, я говорю, что я предлагаю вот в рамках… Я сегодня проходил мимо НБУ, там протестующие Коломойского, там дудят вузелы. Я говорю про серьезную монетарную политику, и 3 предложения здесь должны, или 4 даже, сделать ее инновационной. Первое – легализация мультивалютности, второе – легализация всех крипто и так далее, платежных ресурсов. 3. Легализация права делать золотой стандарт любую валюту для физического лица любой страны мира. Поэтому я вот в свою структуру бюджета для Украины предложил там, по-моему, 12% на всю социалку, включая пенсии, да, включая там вот одно из предложений, которое я делаю, системное такое, это переход на режим адресной денежной социальной поддержки нуждающемуся. К счастью, самые главные угрозы декабря так и остались угрозами. Зеленский достойно выступил в Париже, а суд по Приватбанку перенесли на январь. Мы видим, что есть много там движений, результатов, конечно, общества. Ну да, ты мне сейчас набросил подачу. Я вот вспомнил, как пару недель назад там общался с одной нашей общей знакомой. Она адвокат, говорит: слушай, ну что-то последнее время СБУ как с цепи сорвалось, да, ходит по предприятиям. Собственно, все то, о чем 5 лет говорили, что СБУ, займись, пожалуйста, делом, да. Контрразведка, защита Конституции, борьба с терроризмом. Ну вот куда ты лезешь в этот кривой? Это абсолютно неправильный, абсолютно тупиковый подход. Вот сколько я бизнесом занимался за пределами Украины, никогда, нигде, никто из моих даже близких предпринимателей не имел никакого сближения, отношения с правоохранительными органами. Я считаю, что позитивное развитие вопроса в банковском секторе с прошлыми владельцами банков будет прекрасно способствовать развитию экономики в будущем. Поэтому обязательно нужна правильная резолюция без ущербов Украине и украинскому бюджету. По справедливому, скорее всего, лучше разбирательство в справедливых международных судах, снять этот вопрос раз и навсегда и двигаться вперед. Вот этот вопрос, я считаю, самым таким критическим для экономики страны в ближайший год. То есть ключевой вопрос – это вопрос Коломойского на следующий год? В том числе. Зміцнення гривні повпливало на зменшення інфляції. Ми в цьому році вперше досягли рівня 5%. Це був наш такий орієнтир, наш таргет, і ми в цей коридор війшли в листопаді цього року. Зменшення інфляції – це тягне за собою зниження облікової ставки, яка у нас сьогодні 13,5%. В цьому році ми понизили з 18% на 4%
до 13,5. І сьогодні всі макроекономічні показники говорять про те, що в нас є всі підстави продовжити цю роботу, цей тренд в наступному році. Ми в своїх макропрогнозах закладували більш повільне зниження облікової ставки і в разі входження інфляції в цільовий діапазон тоді прискорити. Оскільки інфляція досягла цього рівня, ми маємо всі підстави пришвидшити цей процес. І наш прогноз по ставці, ми його опублікували, був 9% на кінець року, 8% у 2021. Ми з колегами вже радилися, що цього показника ми зможемо досягти в наступному році. Україна обновила власть. Это хорошо. Новая власть пока не совершила непоправимых ошибок и даже сделала кое-что хорошее. Могло быть и хуже. Но выводы нужно делать быстро, учиться нужно быстро. 2020 год будет решающим годом для президентства Зеленского. В Новый год страна входит с ожиданием скорой смены правительства. Мы живем в очень интересное время. История сливается с эволюцией. Не переключайтесь.